Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска. Двигатель 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 61 тысяча километров. Заменю на нем переднюю шаровую опору. Стало болтаться колесо. Поднял, посмотрел, шаровая опора застучала. Поднимаю автомобиль, снимаю колесо и снимаю передний рычаг. Поднял автомобиль, снял колесо. Вот так себя нехорошо ведет правая шаровая. Ну и следовательно, сейчас колесо снято. Вот так вот болтается и стучит колесо. Рычаг снять здесь проще простого. Откручиваю болт шаровый. Резьбу маленько почищу, смажу. Забрызгаю сам палец и резьбу. Выдвижкой. Головка у нас здесь на 18, гайка тоже на 18, болт держу, гайку откручиваю. Также брызгаю резьбу, немножко ее почищу на задней опоре на сайлентблоке. Здесь тоже болт на 18 и гайка тоже на 18. А вот теперь добираюсь до этих болтов. Болты на 21. Но чтобы к этому болту было удобно подобраться, я отвязал стойку стабилизатора с одной стороны и с другой стороны. Стабилизатор поднимаю вверх. Все, стабилизатор не мешает. А вот теперь откручиваю оба болтика. Головка, как я и сказал, на 21. Ну, в принципе, все. Этот болт я выдерну после того, как вытащу болт шаровой опоры. А болт шаровой опоры выбиваю кирном тупым.
еще побрызгаю водышкой. Вот она, шаровая опора, она съемная, здесь стоит стопорное кольцо, берем немножко, почистим вокруг. Вот она колечко, можно было бы заменить рычаг. Но саленблоки еще живые, только-только начинают подрываться. Напомню, автомобилю 11 лет. Пробег небольшой, но резина имеет свойство уставать. Этот саленблок тоже живой. Рычаги пока я не трогаю, меняю только шаровую опору. Сбиваю стопор. Расшевелю его. Видно, он закрутился. Поддеваю и скидываю его. Ну, еще не мешает снять пыльник. Вот стопорное кольцо. А вот пыльник сейчас собью. Пыльник эластичность потерял через резинку, через палец. Попала грязь. Смазка вроде бы есть, но эта смазка уже в перемешку с грязью. От этого шаровая опора и умерла. От отсутствия пыльника. Иду в пресс. Можно пару раз хлестко ударить, он выскочит, но я его в прессе выдавлю и новый поставлю. Беру оправочку, подходящую сзади по диаметру, чтобы у нас шаровая в нее проскочила. Выставляю палец и выдавливаю. Вот так все разлетается. Все. На выкидон. Беру рычаг. Немножко посадочное почищу. Почистил немножко посадочное, смазываю силиконовой смазкой. Беру новую шаровую опору CBN71, корейская.
такая опора с пыльником. Так. Подбираю сюда подходящего диаметра оправочку. Так, здесь у нас, наверное, не поместится. Так, точно надо приопустить. Так, эта оправочка будет у нас снизу, а эта оправочка будет у нас сверху. Так, получается один круг лишний. Также силиконовой смазкой смажу. Кстати, смажу, наверное, я и шаровую опору. Посмотрю, сколько там смазки. Вот сейчас скрою и заодно сразу покажу, сколько в сетевере внутри идет смазки. Вот столько много идет смазки, сам палец сухой. Но пыльник пока не одеваю. Запрессовываю шаровую, потом смажу и одену пыльник. Мажу силиконовой смазкой. Вставляю в рычаг, входит плотненько. Так, это у нас так будет, а это у нас так будет. Здесь есть отверстие, палец попадает в отверстие. Так, а я, наверное, вот так вот сделаем. Все, шаровая опора сидит на месте, стопорное кольцо можно установить. Беру разжимки, здесь кольцо стопорное поинтереснее, снимать удобнее. Все, кольцо установлено, смазываю палец.
слишком много тоже не буду. Я думаю, этого будет достаточно. Ну и родную оставляю. Одеваю на место пыльник. Подбираю подходящую оправочку по наружному диаметру. Так, внутренний диаметр 36. Встает на пыльничек отлично. Все, пыльник сидит на месте. Устанавливаем на автомобиль. Смазываю резьбу. Смазываю сами болты. Завожу рычаг. Рычаг пока шаровые не вставляю, только сайлентблок. И пока задний сайлентблок. Также наживляю передние болты сайлентблока. Ну и шаровый, наверное, можно поставить теперь. Также смазываю болт. И вставляю его на место. Наживляю гайку. Держу болт. Дотяну ключом. Также этот болт здесь. Что хорошо, эти сайлентблоки, их не надо затягивать на опущенном автомобиле. Они имеют немножко другой конструктив. Ну и передняя.
И вот это просто. Вот и все. Шаровая опора установлена. Рычаг теперь не болтается. Устанавливаю на место стойку стабилизатора. И замену шаровой опоры я закончил. Всего вам доброго!